Мы поклоняемся Богу не только как Спасителю, но и как нашему Творцу. Бог сотворил все, что мы знаем, не только в просторах космоса, но и в глубинах океана. Да что там далеко ходить, нас самих. Это тоже творчество, творчество Бога в нас. И когда Бог сотворил человека, Адама и Еву, спустя времена мы наблюдаем, что Он продолжает творить нового человека. Каким образом творчество Бога в наших молитвах могут иметь динамику, могут сближать нас с Ним? Давайте сегодня в этом разбираться с нашим экспертом, пастором Виктор Ивановичем Корчук. Приветствуем вас. Здравствуй, брат Роман, и все наши дорогие друзья, зрители, участники этих передач. Виктор Иванович, вам доводилось быть свидетелем того, как молитва действительно меняла людей? О, много раз. Каждый человек, который готовился к крещению, на моих глазах показывал, как он усваивает Евангелие, его простые уроки, как он покоряется Христу, его любви. А Божья любовь имеет в себе необыкновенную силу менять того, кто к ней приближается. На ходу эти люди оставляли там, пристрастие к напиткам горячительным, очищался язык. Речь становилась нормативной, угу. красивой, все, весь этот мусор уходил, реакции смягчались, вот, округлялись, выравнивались, потому что реально Евангелие содержит в себе силу к изменению, к преобразованию личности. Давайте мы услышим вопрос нашего зрителя. Подскажите, а может ли молитва вдохновить подобно музе из греческой мифологии на настоящий творческий акт? Поэты и художники часто ищут вдохновение в том, что в христианстве принято называть страстями или пороками. А как же молитва? Может, вы знаете, спрашивают, примеры, когда молитва вдохновляла лучше вина и наркотиков? Я думаю, все, что есть в искусстве, воистину высокое и чистое, это всегда результат молитвы. Ну, конечно, не всякое искусство искусство. Угу. Ибо есть то, что высокое в глазах человека оно низкое, оно никчемное в глазах настоящего искусства веда Господа нашего. Есть пример, это пример межцерковный, поэтеса американская, автор сотен, сотен песен, гимнов, которые поются, исполняются во всех христианских Церквях и деноминациях Фанни Кросби. Угу. Она написала очень много известных на русском языке переведено больше десятка. Ты, наверное, слышал такое пение: "Не пройди меня спасить". Конечно, это ее угу. стих. А "Твердо я верю, мой Иисус". Угу. Ну, это гимн, Гимн, угу. международный гимн христиан планеты на шестой неделе от роду она ослепла у нее была борьба многие годы стала христианкой она уже такой осмысленной где-то ближе к 30 годам и вот результат ее борьбы поиска преодолений вот она посвятила свой талант и всю свою жизнь господу mm -hmm. не видя, того, что писала, или под ее диктовку другие писала. Но сегодня миллионы христиан планеты имеют плоды ее молитв, ее посвященного творчества. Это замечательные, глубокие по содержанию гимны. Да, кто как не Бог вдохновлял на все это, давал силы преодолевать, когда мир невидим был, казалось бы. Давайте мы сейчас услышим, увидим отрывок, главу из Библии, которая поможет нам больше понять творческую природу Бога. Псалом 18 Руководителю хора Псалом Давида Небеса о славе Божьей возвещают, О а произведении рук Его повествует свод небесный. День дню о том рассказывает, И ночь ночи знание открывает, Без речей и слов, голосом неслышным. И все же проносится по всей земле глаз их и весть по всей вселенной. В небесах он устроил жилище солнцу. Как жених выходит оно из-под полога своего, как атлет рада оно пробежать путь свой. От края небес выходит оно, и круг свой завершает у края их. Ничто не сокрыто от зноя Его, так и закон Господа совершенен, жизнь обновляет, свидетельство Господне достоверны, умудряют простых. Повеление Господа верны, радуют они сердце, заповедь Господа чиста просветляет взор благоговейное поклонение пред Господом чисто и пребывает вовек. Установление Господне истинны и справедливо каждое из них. Желание, а не золото, множество самородков золотых, слаще меда и сот капающего. Слуга твой в них озарение обретает, И в соблюдении их награда великая. Заблуждение, кто замечает их за собой? Очисти же меня от грехов невольных, От сознательных грехов удержи слугу своего, Дабы не возобладали они надо мною. Тогда непорочен и чист буду я от тяжких прегрешений. Слова мои пусть будут угодны Тебе всегда, как и думы мои. О, Господи, скала моя и искупитель мой! Виктор Иванович, почему Давид так восхищается творчеством Бога? Ну, во-первых, Давид сам очень творческая личность, потому что он уже с юности, он не только пастух, он все дни на природе, он не только пасет овец. Он и ухаживает, он видит, как они рождаются, надо выхаживать ягнят, и он служит от души, он растет с ними, и он понимает, что у него кроме дара пастуш и чего. Есть еще дары многие. Он, оказывается, поэт, он, оказывается, композитор. Поэтому он, как очень творческая личность, имеет способность во всем видеть руку, почерк небесного маэстро, mm -hmm. небесного мастера. И он восхищается, и он описывает в этих псалмах, он восхищается и солнцем, и деревьями, и горами, и ручейком свежей воды, и животными, и людьми восхищается. Потому что что он понимает, Бог-Творец, это все результат его работы. Угу. Да, действительно, поэтично он все это представил. А важно ли сегодня нам восхищаться творческой силой Бога? И что, что это нам дает? Конечно. Потому что прежде всего знакомясь с Богом благодаря Библии, первая страница Библии, Бог-Творец, мы видим, как Он из ничего за шесть дней сотворил наш идеальный мир. Вот, все, что в нем и человека в шестой день, седьмой день сделал праздником, объявил днем святым, вот, выделил или забронировал для особой встречи жителей Земли с собой. Согласно Библии, седьмой день это суббота, она и сегодня остается как памятник творения, день радости, день для семьи, для Бога поклонения. Поэтому, конечно, очень важно понимать, Бога как Творца, как Жизнедателя, который не остановился в своем творчестве. А что сегодня Бог хочет лично в моей жизни сотворить? Он хочет нас пересотворить. Вот. сохраняя личность сохраняя скажем твой мой темперамент э, сохраняя эксклюзивность и вот уникальность каждого из нас потому что у бога нет оловянных солдатиков Да говорят вот там двойник чей-то двойник угу. ну может быть чуть-чуть по наружности но не по характеру но не по интеллектуальным способностям поэтому у бога нет двойников вот у бога во всем всегда да, эксклюзив. Но ну, на дереве нету двух одинаковых листочков, ну, даже Люди, одинаковых отпечатков людей пальца. Тем более. Это говорит о том, какое у Господа вот это творческое вот мышление, разнообразие, какое богатство, какой полет его мыслей. Ну и при том, что он всемогущий, он может себе позволить mm -hmm. вот воплотить любую свою мысль, любое доброе намерение. И он это блестяще продолжает делать. Угу. Так предназначение молитвы – это менять волю Божью в моей жизни или же меня в молитве? А, волю Божью нельзя поменять бесполезно. И есть тексты, Бог сам говорит: «Я не изменяюсь». Угу. И в этом наша радость. Было бы ужасно, если бы Бог менял свои принципы, свои намерения. Поэтому Бог гарант стабильности во Вселенной, ее точной настройки, ее неизменности. Поэтому, конечно, молитва не должна Богом манипулировать, двигать. Угу. В первую очередь молитва нас приспосабливает на Божий лад, к Божьей мысли приближает, к Божьей воле. Значит, роль молитвы ⁇ нас менять, Бога не надо. Угу. А, так, если в молитве мы говорим что-то Богу, как нам научиться слышать его голос? Ведь он же отвечает? Отвечает, и, надо сказать, по своей милости он приспосабливается, подбирает ключик к замку личности каждого из нас конечно самый отчетливый голос божий для тех кто доверяет библии uh -huh. они слышат господа через Библию но бог также может говорить через обстоятельства бог может говорить через впечатление которое дух святой оказывает на сердце на совесть на сознание человека бог может открывать себя через изменяющиеся обстоятельства в нашей жизни через Через голоса друзей Бог может подсказывать или предупреждать или открывать вот свою волю. Угу. Вот, поэтому, как Павел пишет в Послании к Евреям, многократно и многообразно Бог себя открывает. Угу. Благодарю. Скажите, может быть, вы нашим телезрителям дадите какое-то пожелание: как начинать молитву, как ее продолжать, чем завершать? Чтобы, чтобы был творческий подход. Да, чтобы вот, ну, так, Бог был доволен, скажем. Чтобы нашей не было, да, по шаблону, творческий по, Бог, по, по трафарету. Творческой молитвы. Действительно, молитва это высший вид творчества. Вот. Поэзия это высоко, музыка это высоко живопись это высоко, а молитва еще выше uh -huh. потому что она бога восхваляет она бога делает реальностью, делает близким личностью заботливой, любящей, справедливой. Вот. Ну начинается молитва или хорошо если начинается человек не спешит просить, а спешит благодарить, угу. спешит восхищаться Своим Творцом, спешит его прославить, потому что то, что я на свете, но ну, это же его уникальная любовь, это не случайность, угу. это его творческое деяние, вот ради меня, чтобы я жизнь принял через родителей, вот со временем разобрался, что здесь важное, что не, не важное и так дальше. Да. Поэтому молитва начинается со встречи с Творцом, с восхищения, с благодарности. Вот. Затем мы осознаем, что не все в нашей жизни получается. Не везде мы Богу разрешили творить свою волю. Где-то спорили с Ним, где-то упорствовали. Надо покаяться чтобы Творец простил. Вот. Ну и хотим меняться, хотим уподобляться Иисусу Христу, как своему старшему брату. И вот это уподобление Христу, вот это есть прямое творчество Бога сегодня. Ну а можно как-то различить, увидеть плоды, что после молитвы я меняюсь? Не обязательно это видеть мне, что я меняюсь. Тут даже будет наоборот. Чем ближе человек подходит к Иисусу, тем он более собой недоволен. Uh -huh. Он видит этот увеличивающийся зазор. Или угу. контраст, какой Иисус совершенный и сколько еще мне надо меняться. Но это нормально, это по Евангелию. Угу. Потому что так, сближаясь с Иисусом, Иисус на горной проповеди говорит, блажены, алчущие и жаждущие правды. Новые переводы уточняют праведности, ибо они насытятся. Поэтому видеть нам с тобой, как мы меняемся, есть опасность. Мы можем возгордиться, какие и мы уже стали хорошие. Угу. А, Какой-то текст о творческой силы Бога. Можете вспомнить? Творческая нам... силе сила Бога. Да, он звучит по-русски так немножко. Сейчас слушатели наши, зрители, кто-то улыбнется, но я прочитаю, как есть. Давайте. Вот в русской Библии. <clears throat> Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Но тварь это не скотина. Ну да, тварь это творение. Uh -huh. А в оригинале здесь стоит очень красивое слово греческое. И ты его знаешь. Какой? Поэма. О. Потому что по-гречески угу. поэма это произведение, ну, конечно, это не знаешь. только поэзия, вот это и музыка, и архитектура, и живопись. И в христианстве это новая жизнь прощенного грешника. Поэтому красивейший текст. Кто во Христе Иисусе, это новое произведение, новое творчество Бога, Красиво. новая поэма. Красиво. Спасибо. Помолитесь, Александр Иванович. Благодарим Тебя, Господь, что Ты творец. И ты единственный, кто имеешь эту силу и способность из ничего сотворить что-то. Мы творим только обладая каким-то исходным материалом. Ты же можешь творить своим словом из ничего. Ты так сотворил и нашу планету, и всю Вселенную, и человека сотворил, поселил на ней. И сегодня в нашей жизни ты творишь нового человека по образу Иисуса Христа. Да. Помоги нам это понимать. Помоги нам быть открытыми перед работой Святого Духа, который желает наш характер изменить. Помоги нам в этом, ибо мы устали от самих себя, от того, что наш эгоизм, наш характер создает проблемы, где их не должно быть. Но ты творишь нового человека. Каждый из нас для тебя ⁇ это поэма, это любимое дело. Благослови, Господи, нам оставаться чуткими, покорными Твоим рукам, как рукам великого мастера. Благослови наших друзей, чтобы они имели новые победы, преодоление в жизни своей, силою Твоею, силой Твоей любви. Во имя Иисуса Христа за это сердечно Тебя благодарим. Аминь. Аминь. Спасибо, Виктор Иванович. Молитва действительно — это не только диалог с Богом, это, возможно, и крик души. Но самое главное — молитва — это способ слышать Бога. Только тогда мы сможем быть открыты и меняться. Подобие Божье. До новых встреч!